С утра в новые стены завозят мебель и оборудование. Настроение хлопотное, но радостное. Поделились впечатлениями лаборанты. Когда переезд бывает, какое настроение? Отличное. Скорее бы до нового места добраться. Врачи предупреждают, что в связи с переездом лаборатории могут быть задержки по срокам изготовления анализов и проведения исследований. Медперсонал приносит извинения за временные неудобства. С 10 апреля работа на новом месте войдет в привычное русло. С 10 апреля мы работаем в обычном режиме. А до 10 апреля? До 10 апреля мы работаем только на экстренную помощь. Как нам рассказала исполняющая обязанности главврача Лариса Федяева, в планах на следующей неделе перевести в новое здание медико-санитарной части все клинические отделения. В связи с этим плановая госпитализация приостановлена.